Добрый день, уважаемые зрители! В 12 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, то есть если у вас все нормально с трансляцией, пожалуйста, поставьте свои плюсики в чате. Итак, вижу, что плюсики идут. Ирина написала «добрый день», Андрей написал «добрый день», Яня написал «добрый», Ольга плюсик, на нуле поставили свои плюсики. То есть я понимаю, что наши самые постоянные участники на линии, они поставили свои плюсики, поэтому нам пора начинать. Первое, что мы должны сделать, обсудить Форекс-календарь. Поэтому на главной страничке компании Альпари мы заходим в раздел «Аналитика Форекс» и выбираем календарь событий от FX3. От FX3. Сегодня вторник, то есть мы обсудим события, которые выходили вчера, события, которые и статистика, которая была опубликована сегодня рано утром, и, конечно, та, которая практически была опубликована сегодня в первой части дня. И, конечно, мы обсудим и статистика, которая будет выходить за последующие 24 часа. Итак, начинаем. Что у нас вчера практически произошло после нашего последнего аналитического обзора? Значит, одну секундочку. Значит, вчера после нашего аналитического обзора состоялось выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом. Он в очередной раз подчеркнул, что темпы роста европейской экономики замедлились в третьем квартале до 0,2 в квартальном выражении. В первые два квартала текущего года экономический рост в Европе составил 0,4% в каждом квартале, 0,4% в квартальном выражении. И Марио Драги все-таки подчеркнул, что здесь основная роль для снижения темпов роста экономики сыграли временные факторы. Это проблемы в автомобильной индустрии, там некоторые изменения, которые практически были введены в Германии, сейчас начинают они практически их эффекты исчезать. Также практически замедление экспорта, но в целом практически Марио Драги оптимист, говорит, что это снижение темпов роста ожидалось. Сейчас предполагается, что темпы роста стабилизируются и что в ближайшие месяцы потихонечку европейская экономика начнет улучшаться, то есть показывать более высокие темпы роста. Поэтому они смотрят достаточно оптимистично на европейскую экономику, однако утверждают, что риски для экономики, если ранее были сбалансированными, то сейчас они нисходящие, потому что есть усиление протекционистских мер по всему миру, и это может повлиять на глобальную торговлю. Но надеюсь, что за счет внутреннего спроса экономика Европы все-таки сможет выстоять вот эти протекционистские меры, которые давят на глобальную экономику. То есть ничего здесь радикального нет, и, конечно, он подчеркнул, что ЕЦБ свернет программу выкупа активов в конце года. Идем дальше. По США вышли вполне приличные индикаторы промышленной секторы в сфере Dallas. Конечно, здесь идет маленькое замедление, но в целом по сравнению с значениями, которые были 2-3 года назад, это нормальная статистика. Утром вышел хороший торговый баланс по Новой Зеландии. Экспорт-импорт повышается. В основном увеличивается экспорт Новой Зеландии в Европейский Союз и Китай. То есть это ключевые партнеры Новой Зеландии. Соответственно, здесь практически это влияет благоприятно на экспорт Новой Зеландии. Соответственно, это в известной степени хорошо для экономики Новой Зеландии на данный момент. Видно, что темпы роста экспорта Новой Зеландии увеличивается в страны Азии. Потом практически ничего интересного в первой части дня не было. Сегодня выходит в 2 часа отчет CBI по розничной торговле по Великобритании. Важный, опережающий, на мой взгляд, индикатор. Потом, соответственно, во второй половине дня, если честно, кроме выступлений представителей Федрезерва, ничего очень интересного нет. Но имейте в виду, что поздно вечером Резервный банк Новой Зеландии практически опубликует свой отчет по финансовой стабильности. И я хочу сказать, что
После этого состоится выступление главы Резервного банка Новой Зеландии Эдриан Ор, будет говорить на эту тему. Я предполагаю, что это значительно может увеличить волатильность по новозеландскому доллару. Будьте очень аккуратны в это время, если у вас есть сделки или собираетесь торговать по новозеландскому доллару. Думаю, что это событие достаточно может оказаться значимым для курса новозеландского доллара. Также завтра практически в это время, в первой части дня, выходит индекс розничных цен от Берси по Великобритании, завершенное строительство по Австралии. Отчет по финансовой стабильности будет опубликован завтра и по Великобритании, потом будет наш следующий обзор. То есть видно, что в ближайшие 24 часа, на мой взгляд, ключевое событие, которое это финансовый отчет по финансовой стабильности Резервного банка Новой Зеландии, который публикуется поздно вечером по московскому времени, а для кого-то это завтра утром, если вы находитесь в каких-то других странах Европы. И, конечно, я бы обратил внимание на отчет CBI по розничной торговле, если торгуете по британскому доллару и вас интересуют такие долгосрочные перспективы. У меня на данный момент на этом все. Жду ваших конкретных вопросов по календарю. Если есть конкретные вопросы по календарю, напишите свои вопросы в чате. Или, конечно, если у вас нет вопросов, поставьте свои плюсики. Жду вашей реакции. Если у вас появились конкретные вопросы по календарю, пишите, пожалуйста, в чате. Если, конечно, вопросов нет, пожалуйста, поставьте свои плюсики в чате. Итак, читаю. На нуле пишет: пятничная статистика по канадцу будет поводом для Банка Канады на повышение ставки. На нуле, вы знаете, на мой взгляд, вот я вчера прокомментировал эту статистику, я продолжаю считать, что она выходит в соответствии с ожиданиями и рынка, и Банка Канады. Почему? Потому что там идет маленький отскок по инфляции на самом деле, но он все равно в пределах ожиданий, в пределах диапазона, который Банк Канады опубликовал в своем недавнем отчете по денежно-кредитной политике. То есть вот эти уровни 2,3, 2,4, 2,5, даже 2,6 в годовом выражении по инфляции в Канаде, они полностью учтены рынком. Потребительский спрос, то есть розничная торговля, она указывает на, скорее всего, экономический рост чуть ниже 2%, но даже если там потихонечку улучшатся темпы роста розничной торговли и дотянут до 2%, это все будет в соответствии с ожиданиями и рынка, и Банка Канады. Поэтому я думаю, что вот как я вчера сказал, например, что канадская статистика, она не меняет там тенденцию по канадскому доллару, она вышла в соответствии с ожиданиями рынка. То есть я здесь ничего нового не могу добавить на нуле. То есть я свое видение озвучил, я его объяснил, то есть оно просто полностью в соответствии с ожиданиями рынка и полностью в соответствии с диапазонами по инфляции, по ВВП, который Банк Канады опубликовал в своем недавнем отчете по монетарной политике. То есть Банк Канады, следовательно, будет продолжать свой озвученный ранее путь по монетарной политике. Хорошо, поскольку я понимаю, других вопросов нет, поэтому давайте мы перейдем к графикам, начиная с долларового индекса. Соответственно, нам пора уже обсудить долларовый индекс. Итак, на данный момент видно, что долларовый индекс торгуется по цене 97.22. Таким образом, на мелких таймфреймах мы увидим, что есть возобновление роста долларового индекса. Однако здесь четко и ясно видно, что свеча, которая на месячном таймфрейме формируется, тоже начинает получать немножечко такой бычий характер, потому что ранее в начале месяца здесь было периодически медвежье тело у свечи. А сейчас оно, конечно, имеет вид доджа, но все равно тело практически более позитивно, чем это было, допустим, там неделю или две назад, когда у нас было медвежье тело. Итак, позитив по доллару, я считаю, сохраняется. У свечей сохраняется повышающаяся череда, то есть череда из повышающихся минимумов и максимумов, поэтому я сохраняю свой позитивный взгляд по долларовому индексу на тяжелом месячном таймфрейме. Однако, напоминаю, мы тестируем вот эту середину или линию, отображающую середину вот этого восходящего канала. То же самое и на weekly. Позитив увеличивается. Вот я вчера прокомментировал, что для меня эта свеча имеет хороший такой бычий характер, потому что она перешагнула середину медвежьей свечи, а тут было слабое такое вялое медвежье поглощение, поэтому я его не отобразил в красном, а отобразил в желтом. И сейчас у этой свечи
возобновляется рост, текущая цена выше цены открытия вот этой медвежьей свечи. То есть, на мой взгляд, если мы сохранимся в этом виде, это покажет, что это медвежья. То есть, если до конца недели мы сохранимся хотя бы в этом виде, хотя сегодня всего лишь вторник, это отменит вот это вялое медвежье поглощение. Итак, на дневном таймфрейме мы снова выходим из зоны серого диапазона. Таким образом, хочу напомнить, что на H4 возобновился восходящий тренд, то есть восходящий тренд возобновился. И поэтому я говорил, что вот уже на более мелких таймфреймах видно возобновление роста доллара, точнее, ну в частности доллара, в нашем случае долларового индекса. И соответственно можно сказать, что восходящий тренд возобновился. То же самое и на H1, однако хочу здесь показать вот этот канал, который есть. Вот этот канал. Необходимо учитывать, что он в своем зародыше, он в своем начале. Нет гарантии, что он сработает, потому что здесь может произойти, конечно, уже на более мелких таймфреймах ускорение вот этого роста. Вот в таком виде. Это тоже вполне вероятно, что, потому что здесь этот канал, который мог бы построиться, он пока еще не настолько надежен. Секундочку. Потому что это всего лишь две впадины, не то что там 4-5 впадин. И поэтому здесь может произойти ускорение роста. То есть видно, что уже на мелких таймфреймах в основном формируются такие первоначальные бычьи сигналы. То есть вот что я хотел показать по долларовому индексу. Итак, если мы сейчас перейдем на пару евро-доллар, схожая логика здесь на самом деле. Одну секундочку. То есть паре евро-доллар схожая логика. Здесь практически продолжается череда медвежьих свечей. Нисходящий тренд у этой свечи очень схожая практически ситуация, как и по долларовому индексу. Поэтому медвежий настрой я полностью сохранял в паре евро-доллар. На weekly таймфрейме идет попытка нового движения вниз от линии шеи, фигуры головы и плечи, то есть я потихонечку считаю, что зигзагом мы зайдем вниз. На дневном таймфрейме, напоминаю, здесь практически очень хорошо видна линия шеи, тестирование. Следующее движение, которое сейчас формируется вниз. И соответственно, я что хочу сказать, я полностью сохраняю свой негативный взгляд по паре евро-доллар на тяжелых таймфреймах. Если перейти на H4, тоже идет попытка возобновления нисходящего тренда. У меня есть сделка открыта от уровня 1.13 примерно 90, стоп-лосс 1.1755. На данный момент у меня take profit чисто символически находится в нижней части серого диапазона 1.04-1.05. Однако я, может быть, на H1 сейчас, если произойдет вот то движение, которое мы здесь рисовали, от линии нисходящего тренда на H1, в нижней части могу закрыть свою позицию, потом на отскоке, например, если будет, дождаться формирование следующей вершины и потом снова подключаться вниз. То есть, может быть, если мы упадем ниже вот этой впадины, я попытаюсь поторговать на мелких таймфреймах, но пока еще на данный момент просто сохраниваю свою позицию, которая открыта на продажу в паре евро-доллар, объемом мы на H1. Идем дальше. Пара фунт-доллар. Схожая ситуация. То есть в паре фунт-доллар очень схожая ситуация. Здесь практически идет нисходящий тренд. У нас есть медвежье поглощение, то есть нисходящая тенденция сохраняется на тяжелых таймфреймах. На weekly отскок, который соответствовал диапазону, в котором пара фунт-доллар торговалась после свечи, которая сформировалась во время референдума по Брекзиту в 2016 году, этот отскок, мы знаем хорошо, что был отменен мощной медвежьей свечой, поэтому я сказал, что на мой взгляд это говорит о том, что здесь возобновляется движение вниз. Мы на дневном таймфрейме и на H4 имеем вот эти горизонтальные линии, то есть условные диапазоны. Мы сейчас их тестируем, вот эти линии, вот этих условных диапазонов. Соответственно, на H4 напоминаю, что у меня была открыта сделка на продажу, которую я открывал, исходя из вот этого канала вниз на H1, вот здесь. То есть я, конечно, не дождался формирования этой вершины. Но я что хочу сказать, я здесь открыл всего лишь пол объема на H1. То есть это у меня половинка объема на H1, потому что пара фунт-доллар достаточно волатильна.
Во-вторых, тут у нас есть диапазон, то есть вот он хорошо виден между двумя синими линиями, и, конечно, на weekly вот он диапазон. Мы находимся в нижней части. Я хочу сказать, что вот сегодня я, когда заходил в свой терминал и смотрю, где у меня позиция по паре фунт-доллар, оказывается, она закрыта сегодня по take profit, который был на уровне 1.2735, то есть это где-то здесь. То есть на самой-самой сегодняшней впадине, которая есть на данный момент. То есть у меня позиция сегодня сработала по take profit, закрыта на уровне 1.2735. И оказывается, что я сейчас помню, что когда по вечерам практически я выключаю терминал, ставил такие условные, вот это вчера получается, мы были на этом уровне 1.2812, то есть вблизи моего уровня открытия. Я просто ставил такие, очень часто по этим волатильным инструментам, тоже по новозеландцу, по фунту, по австралийцу, иногда я ставлю такие, ну, вечерние, если можно так сказать, ночные take profit, то есть если пара упадет резко в течение вечера или ночи, когда я сплю там на 70-80 пипсов или фигуру, я закрываюсь по какому-то take profit, и потом практически, если произойдет отскок, снова открываюсь. Соответственно, я хочу сказать, что моя сделка сработала по take profit, я оставляю иногда такие вечерние или ночные уровни, take profit, и сейчас у меня нет позиции. Соответственно, я буду ждать, если здесь произойдет какой-то отскок, чтобы добавить свою позицию. Однако, может быть, получится так, что на той впадине, которая здесь была, я закрыл свою сделку преждевременно, но все равно неплохо, что по take profit. Так что, если это было ясно, понятно, ставьте свои плюсики. Но здесь понятно, что и на часовом таймфрейме идет нисходящий тренд. На H4 тестируем нижние пределы вот этого диапазона. И мне кажется, что тут вопрос времени, когда мы пойдем вниз. Это просто вопрос времени. То есть только если в Европе и Великобритании очень какое-то позитивное событие по Брекситу произойдет, только тогда, может быть, эта пара может отскочить более резко вверх. Но я все равно считаю, что в преддверии Брексита, при прочих равных условиях, скорее всего, давление на фунт сохранится. Пара доллар-франк. Я сохраняю свою позицию на покупку, которую открывал на флаге, которая практически на H1, давайте я это покажу, сработал, однако потом произошло движение вниз, и оказалось, что от середины движения вверх, которое мы измерили согласно флагу, мы снова протестировали вот этот выход из флага. Сейчас, конечно, на мелких таймфреймах, на 15-минутных таймфреймах формируются какие-то восходящие каналы. Я иногда задумываюсь, может быть, если рынок будет спать, то есть вот я просто хочу сказать, если получается так, что рынок не очень динамичен, может быть, я попытаюсь на вот этих очень коротких таймфреймах, на 15 минутках, на 5 минутках по своей длинной позиции попытаться там хотя бы половинку, допустим, закрывать, открывать. Вот это хочу озвучить. То есть, может быть, если здесь зигзагом будем идти и будем формировать какие-то каналы, я могу попытаться половину своей позиции на покупку, которую открывал, закрывать, открывать в верхней части и в нижней части канала, соответственно, чтобы дополнительно попытаться заработать. В самом плохом случае, если, допустим, я закрою по некому уровню, предполагаю, что это верхняя часть канала, вот, допустим, сейчас закрываюсь, допустим, вот здесь, в пределах вот этой вершины 1.10-1.15, и потом пара не корректируется на 30-40 пипсов, а наоборот отсюда продолжает свое движение вверх, ну что получится, что я закрыл свою позицию, ну что делать, то есть в половинку. Итак, все-таки напоминаю, давайте я сейчас немножечко увеличу экран, все-таки напоминаю, что на тяжелых таймфреймах у нас здесь везде бычьи сигналы. Вот оно, практически бычье поглощение на месячном таймфрейме. То же самое на weekly. Может быть, если сейчас формируется хорошая бычья свеча, она отменит череду из вот этих двух медвежьих свечей. То есть для меня это очень важно, что произойдет в ближайшие недели. Одна или две, то есть до заседания Федрезерва. Отменим ли мы вот это медвежье, соответственно, движение, которое было на этих свечах. На дневном таймфрейме все-таки напоминаю, что вот идет консолидация вблизи вот этой ключевой горизонтальной зеленой линии, которая проведена через очень многих вершин. То есть сложно сказать, если именно сейчас начинается отскок, но я свою позицию на покупку, соответственно, сохраняю.
Итак, если по европейским парам все было понятно, пожалуйста, ставьте свои плюсики, потому что мы перейдем к обсуждению пары доллар-иена. Если по европейским парам было все понятно, поставьте свои плюсики перед тем, как мы перейдем к паре доллар-иена. Так, плюсики пошли. Соответственно, в паре доллар-иена, напоминаю, здесь находимся условно чуть выше середины серого диапазона, который нам отображает примерно тот же диапазон, в котором в предыдущем бизнес-цикле торговалась пара доллар-иена. Ничего здесь нового. На weekly череда свечей, которые в основном на самом деле идут вверх зигзагом. И снова мы идем тестировать, скорее всего, верхние пределы вот этого предыдущего диапазона, в котором мы торговали в прошлом году. Конечно, у меня второй диапазон, вот этот правый, чисто условно, символически я его нарисовал. Не то, что я ожидаю, что здесь будет диапазон, а просто показать, что в верхней части, где там были предыдущие вершины, есть сопротивление. Поэтому я недавно закрыл все свои позиции в паре доллар-иена. И сейчас буду ждать, чтобы, если сформируется вот такой восходящий треугольник внутри восходящего канала на H4, при тестировании сверху вниз верхних пределов диапазона, то есть только при выходе и тестировании сверху вниз и возобновлении роста на H4, я буду подключаться здесь на покупку. К этому движению потенциальному, которое здесь строится, я не собираюсь подключаться. Хотя на очень мелких таймфреймах кажется, что возобновляется рост. Вот оно практически снова, вот это восходящее движение, которое формируется. Но я хочу сказать, что в паре доллар-иена меня немножечко беспокоит тот факт, что мы находимся в верхней части этого же серого диапазона, и вдруг там снова сработает какое-то сопротивление. Мне этот эксперимент не нужен. Хотя восходящий треугольник видно, что начинает строиться, рисоваться. Скорее всего, он сработает в качестве фигуры продолжения тренда. Следующая пара. Доллар, канадский доллар. Восходящий тренд. Три белых солдата, которые мы обсуждаем уже давным-давно и сформировали впадину внутри восходящего тренда. На H4 знаем, что недавно у нас был нисходящий тренд. Мы его перечеркнули из-за того, что здесь сформировался выход за счет восходящего движения, в которое практически можно рассматривать сделку на покупку. Итак, вчера практически произошло очередное движение вверх от линии тренда. Я открыл сделку на покупку. Если не ошибаюсь, take profit у меня в этой сделке, где я взял пол объема, то есть у меня всего лишь здесь пол объема на H1, потому что вы знаете, я неоднократно говорил, что если здесь буду торговать, всегда у меня будет пол объема, потому что ранее на H4 было нисходящее движение, накопленная инерция может ограничить отскок или движение вверх, поэтому буду брать более мелкие объемы, соответственно, пол объема на H1 я взял. Сделка открыта здесь при возобновлении роста. 1.3208 у меня цена входа. 1.3208. Take profit вот здесь находится на уровне 1.3314, если не ошибаюсь. Примерно вот та предыдущая движина. Вершина, то есть 1.3208 вход, если не ошибаюсь. Ну, может быть, там плюс-минус несколько пипсов. 1.33, 14 или 15 у меня take profit, а стоп-лосс у меня ниже вот этой впадины, если я не ошибаюсь, минус 20 пипсов я вычитал, и у меня получается примерно 1.31. Вот у меня практически параметры по моей сделке. На H1 пол объема продолжаю интересоваться вот этим восходящим трендом. Итак, следующие инструменты, это, соответственно, австралийские и новозеландские доллары. Мы уже давно обсуждаем вот эти отскоки от нижних частей этих диапазонов. Мы обсуждаем, что это впервые за последнее время сформировались бычьи свечи, которые имеют экстремумы, то есть максимумы, в данном случае выше предыдущих, что говорит о том, что эти две пары получают какую-то поддержку. Поэтому здесь на H4 в новозеландском долларе мы уже давно перечеркнули нисходящий тренд. И поэтому здесь, как я говорил ранее, торговля практически у меня начинает меняться. У меня уже здесь нет трендовой торговли. Конечно, в направлении вот этого восходящего тренда я не торгую. Но если здесь потихонечку мы выйдем из восходящего тренда и здесь, вот на H4 те тренды, которые были, если вдруг они останутся в игре, то снова мы пойдем вниз, хотя эти тренды уже
не существуют. Если здесь развернуться движение вниз и в новозеландском долларе, видно, что мы выходим за счет формирования нисходящего движения сейчас. Я могу подключиться на продажу. То есть я могу подключиться на продажу в этих инструментах. Я могу подключиться на продажу в этих инструментах. Потому что предполагаю, что на H4 от середины, или точнее уже на более тяжелых таймфреймах, от середины диапазона мы потихонечку пойдем вниз. Но у меня это будет совершенно другая торговля. На данный момент нет сигнала, потому что на weekly пока еще нет такого четкого ясного подтверждения, что идет разворот. Конечно, если в конце недели мы сформируем медвежью свечу, я уже начну здесь рассматривать со временем сделку на продажу. Итак, золото — последний инструмент, который мы обсуждаем. То есть в этих парах четко ясно хочу сказать, что у меня нет никаких позиций. То есть у меня на данный момент из инструментов, которые мы обсуждаем и которые мы обсуждаем на этих среднесрочных таймфреймах, у меня сделка на продажу евро-доллар. В фунте я закрыл свою позицию, получается. Покупка доллар-франк. Все подходы при торговле я озвучил. Покупка доллара, канадский доллар есть с озвученными уровнями. И золото, конечно, у меня есть одна символическая унция на продажу, потому что я предполагаю, что предполагаю, что потихонечку здесь начнется движение вниз, и мы снова зайдем вот в тот диапазон, в котором практически золото торговалось на H4. Вот этот диапазон. То есть, может быть, когда-то снова мы зайдем в этот диапазон. Поэтому всего лишь одну унцию я открыл когда-то вот здесь, на самом деле это было вот здесь. Немножко преждевременно. Вы знаете, тогда на H1 был восходящий тренд. И оказалось, при выходе я открыл сделку на продажу. Предполагаю, что мы вернемся в серый диапазон. А потом произошел отскок. То есть я мог бы дождаться повторного тестирования и при развороте уже подключиться. Да, мы в серый диапазон зашли, однако я не закрыл свою позицию, потому что ждал. У меня всего лишь одна унция, что мы дойдем до вот этих нижних пределов диапазона. И вот я ее сохраняю. Однако хочу показать, что на месячном таймфрейме у нас все-таки бычьи свечи. То есть медвежьего сигнала нет. Хотя у последней медвежьей бычьей свечи максимум не обновляет предыдущий, то есть показывает, что этот бычий отскок, он вялый. На weekly хочу показать, что была отмена вот этого отскока череды из трех белых свечей, вот этой свечу. Потом снова попытка отскока, и видно, что мы потихонечку пытаемся развернуться. Но пока еще на weekly нет повторного подтверждения, что мы идем вниз. На H4, если посмотреть, я не могу сказать, что здесь есть какое-то целенаправленное движение. Просто будем ждать, если текущая вершина не сможет обновить предыдущий. Если не сможет обновить предыдущий, то тогда уже можно будет предполагать, что здесь начнется какое-то движение вниз. Но это слишком преждевременно, поэтому я здесь являюсь всего лишь наблюдателем. Итак, у меня на данный момент, уважаемые зрители, на этом все по валютному рынку. Жду ваших конкретных вопросов. Если они есть по валютному рынку, пожалуйста, пишите в чате. Если, конечно, вопросов нет, также поставьте свои плюсики, чтобы я знал, что нам пора заканчивать. Так, на нуле написала спасибо большое. Ирина написала спасибо за обзор, Владимир, Яни. Хорошо, поскольку я, и Андрей написал спасибо, Игорь. Хорошо, поскольку я понимаю, других вопросов нет, поэтому нам тогда пора заканчивать. Еще раз, однако, хочу напомнить, что вечером в 23:00 по московскому времени Резервный банк Новой Зеландии опубликует свой отчет по финансовой стабильности. После этого начнется через там 2 часа, если не ошибаюсь, или полтора, выступление Эдриана Ора. Соответственно, пожалуйста, учитывайте это событие, а так по-любому вам желаю удачи на финансовых рынках. Один из наших участников, Сергей, пишет, Курочкин Сергей, прослушал, золото будет вверх. Вы знаете, что хочу сказать? Нет, по золоту на самом деле я не говорил, что здесь есть четких ясных сигналов ни на покупку, ни на продажу. То есть я не поменял, Сергей, свое видение по сравнению со своим вчерашним обзором. То есть по золоту у меня нет на данный момент ни на одном таймфрейме ни сигнала на покупку, ни на продажу. Единственное, как я сказал, чисто индикативно мы следим за всеми этими
графиками, сможет ли вот эта вершина обновить предыдущие или нет. Если не сможет, то скорее всего пойдем потихонечку вниз. То есть, но пока еще никаких сигналов у меня нет ни на покупку, ни на продажу. Тем более, что на месячном таймфрейме, да, здесь есть две бычьи свечи, я сказал. Но последние свечи все равно максимум ниже предыдущего, что говорит, что этот отскок вялый. То есть этот отскок вверх очень вялый, он не подкреплен свечным анализом. То есть ничего нового у меня, Сергей, здесь нет по сравнению с вчерашним обзором. Итак, все-таки хочу напомнить для всех, что если вы зайдете на YouTube, есть канал Альпари. Все вот эти обзоры выкладываются на канале Альпари, если, конечно, нет каких-либо сбоев технических. Имейте в виду, что всегда здесь можете посмотреть мои предыдущие обзоры и, соответственно, вот таким образом пойти посмотреть золото. Так что, если не беспокойтесь, Сергей, в принципе, если когда-нибудь вы что-то пропустите, просто заходите там через 2-3 часа на YouTube, когда выкладываются эти обзоры. Выбирайте инструмент, который вас интересует, и смотрите. Хорошо, на данный момент у меня на этом все. Соответственно, уже пора заканчивать. Всем еще раз огромное спасибо за присутствие. Удачи на финансовых рынках. И до завтра. С вами, как всегда, Веселин Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Всем еще раз спасибо.